продолжаю знакомить вас со своими орхидеями из коллекции. Сегодня героиней нашего ролика является вот эта прелесть. Я думаю, вы все ее узнали. Это Лёка Фантастик. Вы только посмотрите на этот замечательный кустик. Он такой мимишный. У орхидеи первое домашнее цветение. Очень мне нравится это цветение. На двух цветоносиках. Вот цветоносик повыше. С пятью цветочками. И цветоносик пониже. Тоже с пятью цветочками. Вот так эта орхидея порадовала меня своим цветением. Вот тут вот на листочке у нас следы от трипсов. Историю моей борьбы с этой вражиной трипса есть у нас на канале. Если кому интересно, можете посмотреть. Надеюсь, что трипса мы победили. Орхидеечки мои освободили. И теперь вот они меня радуют своей красотой. Посмотрите, какая у нее губка. Великолепное сочетание цветов в цветке. Цвет теплый, от охристо-розового до коричневого, желтизной. Вообще, каких только здесь цветов не присутствует. Такая красавица. Ну а теперь поподробнее рассмотрим сам цветочек. Размер цветочка у меня в этом цветении, ее в первом домашнем, 6 сантиметров. Маленький размерчик для стандарта. Ну и орхидейка сама маленькая. Вы видите, какая у нее аккуратненькая маленькая розеточка. Три пары листьев. Посажена она у меня в мелкую кору, двойной горшочек. Поливаю я орхидею замачиванием, как и все свои орхидеи. Вот такие корешки. Посадочка у нас свежая. Еще горшком. Горшок корешки не освоили. Ну, они виднать. Вот такая у нас орхидейка. Листики у нее плотные, блестящие, твердые, в тургоре. Вот. Но все-таки давайте еще раз посмотрим вот эти крапушки. Они такие очаровательные. А какие бутончики? Вы только посмотрите. Лаковые. Еще будет продолжать у меня цвести. Вот я думаю, хорошо вам видно структуру цветка. Моя Лёка Фантастик. У этой орхидеечки есть еще второе название – сердце дракона. Но мне больше нравится Лёка Фантастик. Действительно фантастическая орхидея по своей красоте. Я ее считаю, что она одна из самых красивых орхидей стандартов. Вот. Вот такая орхидеечка. Ну что, друзья, с орхидейкой своей я вас познакомила. А теперь мне подошло время гулять у нас с Маргошей. На улице опять лютует стужа, поэтому Маргошу мою одеваю потеплее. Я вам ее покажу, наряд. Забавная такая. До новых встреч, мои дорогие друзья. Всего доброго. С вами Лёка.